вечер, добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Рады приветствовать самых азартных представителей города Киева здесь, на нашем большом празднике. Мы начали этот праздник красивым, ярким выступлением. Кто же это был? Это были замечательные ребята, вы все видели, что они пели вживую. Александра Гербей и Юрий Ковальчук в сопровождении балета «Ватан» открывали наше мероприятие. Лично я предпочитаю роскошное казино, рулетку, как часть из тех игроков, которые именно в казино выиграли свои пригласительные, а именно играя в «Блэкджек». Они молодцы, потому что они, кроме всего, куклы с победительницами международного фестиваля цирка в Монте-Карло. А теперь прошу. И как видите, мы не идем на компромиссы. Самое лучшее сегодня для вас, получившее мировое признание. Конечно. Но перед тем, как произойдет розыгрыш бытовой техники, для вас еще один сюрприз. Сольное выступление Александры Гербей на лентах. Песня «Мономур». Друзья мои, встречай. Ты говорила, у нас есть доска, на которой обозначены, вот в этих ячейках, на самом деле, обозначены призы, которые могут выиграть 7 счастливчиков, которые сейчас находятся в зале. А также на экране вы можете смотреть и убедиться в прозрачности всего, что сейчас происходит. Так, это... 4-4-9-6. Итак, друзья мои, 4-4-9-6. 4-4-9-6. Есть в зале обладатель? Есть, идите к нам! Скажите, пожалуйста. 4-4-9-6. Все точно. Сейчас мы можем снять пломбу. Снять пломбу для того, чтобы начать. Вот, она уже снята. Все, пломба снята, раскручиваем лототрон. И мы можем приступить. Мы можем приступить к определению. Итак, азартный дом. При помощи двух спинов сегодня будет разыгрываться действительно азартный дом. Да, ну что ж. Итак, мы сейчас узнаем, кто же первый. Первый счастливец. Первый счастливец. Кто же это? Да, ребята, это кто-то из вас. Да, сейчас мы знаем. Буквально вот девушка немного. А, ищет. Немного в зону. И номер 1003. 1003. Вот он, первый наш билет. Так, гость. Следующий. Следующий билет. Следующий билет. Который достает наша очаровательная помощница. Есть билетом. Это билет. О, давай покажем. Давай покажем. 0567. Будем вытаскивать фишку. Фишечку, да. Вам предстоит определить. Из этого прекрасного мешочечка. Определяем. Звук очаровательной девушки. Фишка номер... Фишка номер 6, да? Давайте фишка покажем номер еще 6. Раз на камеру. Девушки на камеру отмечают покажем. Фишку номер 6. 1581. Счастливый обладатель номера, быстрее идите к нам, к комиссии, которая проверит ваши данные, и вы подниметесь на эту сцену и сможете стать. Возможно, сможете стать счастливым обладателем дома. Вас зовут? Валерий. Валерий, очень приятно. Итак, все точно. Валерий. Этот номер был выигран в зале Тычины. Кто играет? О, на Тычины. На Тычины. Сейчас вот, мы видим. Очаровательная леди. Очаровательная девушка сейчас... Сейчас у нее проверят паспорт. Да, необходимо иметь полный пакет документов, комиссия сверяет. Удача улыбнулась, номер 0718. Где? А мы пока крутим лототрон. Номер 26. Не подождите, не уходите, вот еще приз для вас. 26, спасибо большое. Оставим так, лототрончик. Следующий номерок. Номерочек открывайся. Вот он, 1259. Оу, 1259. Конечно же, приз. Вот такая очень улыбчивая, удачливая кепочка. Смотрите, крепко держите возле сердца все документы и фишечку, потому что они могут вам еще очень-очень пригодиться. Мои эксперты. Героев Днепра 3А. Ну, друзья, оживитесь, осталось уже совсем немного. Кстати, посчитай, сколько там свободных мест. Я вот считала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять свободных мест осталось. Девять человек. Сегодня не был, но уже практически у цели. Да, он уже у цели. Вы на этой сцене. Добро пожаловать. Добро пожаловать к нам. Как вас зовут? Василий. Пожалуйста. Вот этот сказочный счастливый
Мешочек. Фишка. Зеро. Ноль. Зеро. Покажите на камеру зеро. А многие просто мечтают. Я даже слышала, сегодня выходили и говорили зеро, зеро, зеро. Итак, зеро, зеро. 14:37. Уже становится просто жарко от этого накала эмоций и страстей, которые сейчас просто буяют в зале. Мы их чувствуем. Это дом, целый большой дом. Это даже не квартира. Да, я вам скажу, из... Который вам пригодится на отдыхе. Моментальный, для того, чтобы вспоминать об этом сегодняшнем и праздничном дне. И следующий номерок у нас уже готов. Практически готов. Номерок 1827. 1827. Итак, уже у нас есть следующий номер. 1953. Это последний номер. Последний номер. 1953. И сейчас, буквально через несколько секунд, он поднимется на нашу сцену. Никому не уходить. Ведь сейчас будет происходить буквально через секунду самое важное событие. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? Олег. Очень приятно. Пока вы себе оставляете. А мы пока продвигаемся к мешочку. И, друзья мои, сейчас начинается все самое интересное. И потом не расходитесь. Просто дискотека ждет вас. Аплодируем, девочки, крупье.